Всем привет, мои дорогие друзья, на канале Играем Музыка. Меня зовут Ангелина, и сегодня мы будем играть с этим желейным медведем Валера. Такую игру выпустили. Есть еще много таких игр, если хотите, я их скачаю, но у нас будет с вами 10 версий этого неубиваемого зверя, как говорил познаватель. Короче, давайте сначала наберем монеток и покромсаем его. Так, ноль. Привет, надо говорить ты, приветишка. Еще. Ай, не трогай. О. Пока. Вот, червячка. Валяку не трогай. Меня не трогай. Ну ладно, давайте вернемся к Валяке и покромсаем этого зверя. Я скучал по тебе. И это все, на что ты способен? Ай! 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 Ой. Ой. Какой меткий. Ты толстый медведюшка, мы победили. Yeah. Давайте попробуем еще раз его обыграть. Давай еще. Главное его бить по лицу, тогда он расколется. А мне так места живого не останется. Ты прав, я не хочу, чтобы на тебе никакого места не осталось. Ура, мы снова победили. О, офигеть, вы это видите? Вот тебе толстый эти медведь. Ладно, давайте полетим в космос. Вкусная веточка. Как вкусно. Это тоже ничего. Конфетка. Шоколадка. Звездочка. ТНТ. Ничего со мной не случится. Уровень 2. Давайте орать, как Валера. Вы меня живым не возьмете. Третий уровень. Ну что, со мной пока ничего. Блин. К Валерке. Ребята, еще чуть-чуть, и мы на... Ура, ты достиг второго уровня. Держи 200 монет на старание. Ты ничего не слышал. Ребята, все, давайте мы купим этому неубиваемому зверю арбалет. Так, берем арбалет. Как взять арбалет, выбрать? Это мне страшно. Ай, ай. И это все, на что ты способен? Ой. Давайте ай. Ему. Ой. На мне так места живого не останется. Вот. Ай, какой меткий. Ай. Ребята, честно, вот эти вот сюрикены намного сильнее. Беру сюрикены. Выбрать. На мне так места живого не останется. Это было больно. Ой. На мне так места живого не останется. Ой, блин, как... Давайте сейчас ему в ухо. Ой. Ты толстый. Не нужно мне никакое обновление. Так, посмотрим. Ну, ой, это что такое? Переходим на травку. Окей.
Блин. Ты еще даже не отпустила. Что, ребята? Ой! Ну, блин, ничего не получается. Свалю я отсюда. Ладно, ребята, я так зла на этого медведя. А мне так места живого не останется. А мне-то и не нужен. Мне так места живого не останется. Так, давайте вот. Ребята, а помните последнее видео желейного медведя Валеру, где Желтоблюх проник к ним в дом? Да. Но он говорил, что он изменился. Некоторые даже писали об него такие плохие вещи. Желтоблюх какашка, переплавьте его. Даже там некоторые перешли на светлую сторону, как и мы. Мы написали хэштег «Желтоблюх исправился». А даже некоторые говорили... Ура, что Желтоблюх тоже исправился, он молодец, и такое. Так, все, давайте этого терминатора. А как он говорит? Ту-ду-ту-ту-ду. Вы помните? Так, давай, да что ж с тобой такое, давай. Падай, мы тебя не на... Я... Терминатор, ты точно вот на тебе. Ой, щекотно. Ладно, ребята. Если вы хотите продолжение с этим мишкой, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А на сегодня все. Всем пока. А, кстати, тебе вот не дай...